Приветствую всех, с вами Борис Маркелов. И хотел бы выразить огромную благодарность тем людям, которые меня совсем недавно, а может давно, пропиарили не очень в хорошем цвете или свете. Не знаю, как это там говорят. Дело в том, что я работаю в интернете, деньги у меня все оттуда. И некоторые говножуи или сопляжуи, я не знаю, как их назвать, они меня выставили таким злодеем, что я якобы что-то плохое сделал в их сторону. Ну, может, было такое, но я за правду. Я за то, чтобы люди не теряли деньги в интернете. Я за то, чтобы люди зарабатывали, и я работаю только в проверенных проектах. Ну, а люди, которые записывали обо мне видео за этот год, даже не за этот год, несколько лет я за ними наблюдаю, они уже прошли не один десяток проектов, где заводили людей, обещали им деньги, но при этом ничего не дали взамен. Ну, а себе кошелечки, конечно, набили. И они этому радуются, что они обманули ближнего своего. Поэтому огромное спасибо всем, кто меня хейтил. С вами Борис Маркелов. Всем